Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и сегодня у нас игрушка под названием Primeval Horizon на обзоре. Собственно, для тех, кто не в курсе, для тех, кто не знает, на канале есть ролик с его обзором, с кратким. Ссылочку также я оставлю в описании. Кому интересно, обязательно посмотрите. Посмотрите, все поймете. Но вкратце давайте еще раз пробежимся, что это за игра. Это, собственно, новая, я бы так сказал, увлекательная игрушка к уже к некоторым приевшимся играм в жанре мира динозавров. Отдельное спасибо сразу я хочу выразить за ключик, который мне предоставил Devil и всему составу сервера Age of Dino. Огромное спасибо. Да, я буду в дальнейшем обозревать эту игрушку и будем смотреть за ее продвижением. Собственно, все ссылочки в описании на сервер Age of Dino, там также в новостях есть, вы можете почитать, посмотреть, что это за игра, что она из себя представляет. Так, ну давайте пройдем сразу по менюшке, наверное. Интересно, у нас такая вот картиночка, заставочка в главном меню. Пока что где-то есть свои недочеты, недоработки, сразу скажу. В Steam ее нет, она должна появиться, ну, как разработчики сами планируют, в 2024-2025 году. Можем некоторые поддерживающие разработчиков, патреоны, могут получить ранний доступ даже уже сейчас. Вот. А здесь, я смотрю, есть синглплеер, есть мультиплеер. Мультиплеер абсолютно пока не работает. Здесь пусто, никого нет. Есть синглплеер, где, в принципе, мы с вами можем, наверное, что-то рассмотреть. Интересно, будет ли синглплеер в дальнейшем? Даже не знаю. Ну, в общем, короче, погнали. Так, settings. В принципе, по настройкам здесь не так много, все понятно. И что хочется отметить сразу, что разработчики обещают, что стремятся обеспечить хорошую оптимизацию 60 FPS с низкими настройками даже на слабых системах. В принципе, я здесь прочекал кое-какие моменты. Да, это так действительно. Так, ну что, погнали синглплеер тогда посмотрим. У нас есть Spawn Locomotion Showcase. Ну, это, скорее всего, типа сэндбокса какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что в будущем карта будет достаточно большая, интересная, живая. Так, ну, собственно, мы уже в игре. Да. Я смотрю, мы можем пока видеть вот такого прекрасного цератозавра. Да, совсем забыл, сразу определю, что в игре будут моды. Да, многие, наверное, видели. В главном меню было написано Game Mods. Это прекрасно, это нравится отчасти. Музыка, надеюсь, не столь громкая. И нам сразу попадается здесь Аллозавр, наверное, и Завроктон. Так, ладно, идем дальше. Да, пока что это вот такой вот небольшой сэндбокс. Пока в целом особо ничего интересного нет. Ну, хотя бы представим, давайте минимально честно, что ждать. Я, конечно, понимаю, что игра будет развиваться. Посмотрим модельку цератозавра. Как вам? Мне чем-то напоминает, конечно, Эвримку, но не совсем то. Не совсем то. Так, анимации у цератозавра никаких особо нету. Рандомных, когда он стоит. Выбора пока животных нету. Но доступ к игре есть, так что если что, будут какие-то дополнения в будущем, мы обязательно будем их рассматривать. Музыка, мне кажется, может быть слишком громкая сейчас. Так, бег. Ну, понятно, понятно. Все, что мы сейчас видим, большая затрата стамины, это все будет поправляться. Так, мы видим жажду, мы видим голод, стамина, усталость динозавра. Да, кстати, для тех, кто не смотрел обзор, повторюсь сразу, что в игре будет, короче, такая тема.
вроде бы и чат, и вроде бы как голосовое да, общение с игроками, что интересно вообще наблюдать в такой игре. Так, я так понимаю, здесь нам на сэндбоксе, можно я буду так называть, предоставлены пахицефалозавр, австрораптор, простите, протозух, возможно, протозух, я могу путать, пишите в комментариях. Авираптор. Ну, это незаконченные модели, естественно. Пока что это все может быть так топорно выглядеть. Зауропельта, что ли? Это точно не Анкила. Скорее всего, это Зауропельт. Терезинозавр. Терезинозавр, Цератозавр, понятно. Алик. Аллозавр, Рекс. Рекс. Идем дальше. Ну, в принципе, все то же самое, что мы видели, да? Завракон и Аллозавр. Аллозавр. Нет, это Церат. Церат, что-то я попутал. Ну, кстати, два скина разных, посмотрите. Да, вообще, по идее, должна у нас быть настройка скинов. Ну, частичка Path of Titans, как обычно, частичка The Isle. Здесь все в этой игре присуще. Никаких пока локомоушен нету, ну, то есть никаких криков мы, походу, издать не можем. Сейчас я вот пытаюсь нажать какие-то определенные клавиши. Так вообще все, в принципе, должно быть как в The Isle. Согласен, что отчасти, наверное, сейчас многих смотрящих, наверное, может это отпугнуть, ну, типа, вот, что здесь может интересно казаться такого интересного? Графически, визуального. Так. Такс. Ну-ка, отдалим камеру. О, вот это вот, кстати, клево. Посмотрите, насколько отдаляется камера. Так, небольшая просадка. Небольшая просадка FPS. Это считая того, что я вообще на каком-то сэндбоксе, да, так скажем, нету густой растительности, нету скал, живого мира. Но игрушка должна быть построена на Unreal Engine 5, я так понимаю, да. Блин. Есть коллизия. Вау. Есть коллизия, это нравится мне. То, что мы не будем пробегать сквозь динозавров, это уже хорошо. Это уже огромный плюс, честно. Я буду следить за этой игрой однозначно. Но пока, конечно, вот так вот текстурки коряво работают, ну ладно. Я бы, конечно, протестил бы, знаете, чем? Как динозавры даже на этом этапе пьют, едят. Но мне определенно пока вот так вот, что есть, мне нравится. Главное, чтобы игра не умерла в начале этапа. Не умерла. Самый главный лор, который сейчас я скажу, многих, наверное, ранит прям как нож в сердце, наверное, вонзится. А знаете, кто знает лор, короче, Эвримы, тот молодец. The Isle всего в целом, тот молодец, не буду разъяснять. А кто не знает, гоу на канал, плейлисты, чекайте обзоры наши. Здесь будет построено все на инопланетянах. Ну, как по мне, конечно, это немножко, ну, такое... Слегка маразм, но я надеюсь, что на тех же неофициалах, на каких-нибудь серверах будут, наверное, отчасти отключать держатель серверов игру за пришельцев, там, не знаю, за инопланетян. Ладно, люди, хрен с ним, в The Isle, это хорошо, конечно, да. Ну, люди, не инопланетяне, ладно. Но здесь немножко будет несопоставимо, наверное, инопланетяне плюс люди как-то, но... Плюс динозавр, простите. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим. Давайте пробежимся мы по тем постройкам, я не знаю. Ну, повороты, развороты. Ух, как он скользит. Ух, как он скользит. Напоминает мне... Напоминает и в Риму, да, есть такое. Как-то он жопу назад задирает, морду вообще непонятно куда, ладно.
Я сейчас офигею, если церочка у нас еще умеет прыгать. Вау. Круто. Так, ну-ка. Мы сможем отсюда сломать лапу? Есть тут такое уже? Механика эта встроена, интересно. Ну-ка. О, нет. Нет, мы не сломались. Ой, ты что, куда? Бляха, стоять! Ты что делаешь? Меня вообще поместили в какую-то непонятную пещеру. Блин, я теперь в заперти. Непонятные эффекты. Артефакты есть. Бляха, выбр... Это самое... Меня можно отсюда поднять, пожалуйста? Чё за... Чё за... За это, да. А, так, тап у нас. Через тап ничего не работает, но... Я думаю, что это будет, наверное, приглас игроков, все прочее. Я, кстати, не могу нажать Escape, чтобы просто выйти в главное меню. Немножко это как-то, ну... Странновато, блин, что ли. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, я скажу, что... От других некоторых игр по динозаврам немножко есть свое отличие. Ну, не знаю, в общем, пишите свое мнение в комментариях, что думаете. Это пока все сугубо тестово и очень сыро. Ну, посмотрим за развитием данного проекта, обязательно будем следить. Кстати, я подал в Дискорде разработчиков заявочку на контент-мейкера, должны ее одобрить. А вот, все разрешено, все нормально, все в порядке. Еще раз отдельное спасибо Дэвилу лично за предоставление ключика и всему серверу Age of Dino. Ссылки в описании. В комментариях не пишите мне там только Sky, дай ключ. Ключ не даю, не продаю и не раздаю. Ну, короче... Как-то так. Пока немножко согласен на части топорно-упорото, но я думаю, у этой игрушки есть свой потенциал. Будем следить за развитием. Палец вверх, подписка на канал. Не жмоться. Поставь лайк.